Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, поправляем микрофон, усаживаемся поудобнее. Сегодня занимательный, заминательный, умопомрачительный день. Прям вообще, как никогда. Почему-то нахожусь на яйце, а должен находиться на основном аккаунте. Вот вместе с вами просто в такой непринужденной обстановочке переходим на мой основной аккаунт, к моим накопленным самоцветам. Ну как накопленные? Там какую-то часть прислали разработчики. И какую-то часть я получил благодаря вам, друзья, когда вы вводили мой код в акции возвращения домой. Давайте вам что ли покажу. К сожалению, конечно, как в прошлый раз, не получилось у нас по максимуму ничего собрать. Вот, потому и, наверное, в ближайшее время никакого стрим-марафона не будет. Но, тем не менее, у нас есть 42 тысячи самоцветов, которые было бы логичнее потратить на какие-то другие нужды в игре «Битва замков». И, к примеру, просто созвездия порулить или еще что-либо. Но я вам обещал то, что я замучу, елки-палки, для вас видосянский с роллингом. Ну и как бы пришло время попытать свою удачу и выбить каких-то недостающих героев. У меня их всего три. Первый герой — это, конечно же, мастер рун. Далее это дама холода. Ну, то есть выбить мы сможем только двух героев, потому что леди божество, ну, к сожалению, только за бабу леса. Далее, что мне хотелось бы отметить. Возможно, вы на заднем плане слышите, как у меня там дочка во что-то непонятно во что играет, кричит, барабанит и ломает стенки. Но ничего страшного, я наложу музычку, и, может быть, вы вообще ничего не услышите. Но не суть. Можете поставить видео на паузу и написать в комментариях, получится ли у меня вообще что-то выбить или нет. И, кстати, не забудь поставить лайк, вот благодаря тому, что вы поддержали мое прошлое видео. Сегодня выходит прям второй роллинг, ну, не знаю, для тех, кому нравятся роллинги. Там мы, кстати, в прошлом видосе, кто не видел, гляньте, выбили даму холода. Ну, хотя бы ее, понимаешь? Ну, хотя бы ее. Подожди, у меня точно дамы холода не хватает, да? Да, еще какие-то ништяки откроем. Так, дама холода, да? Дама холода. Дама холода. Да, дамы холода не хватает. Ну, надо какого-то недостающего героя выбить. Если не получится, ну, тогда буду, как говорится, прокачивать допа. А далее, что хотелось бы отметить. У нас открылся невероятнейшая линия обороны. Прям давай я схожу, может быть, это мне принесет какую-нибудь удачу. Как бы, в принципе, было бы достаточно просто поставить одну тыкву. Ну, как бы, давайте будем прерывать роллинг и ходить на невероятнейшую локацию, на которую, кстати говоря, у меня было огромнейшее количество надежд. Она мне даже, по сути, понравилась. Но, тем не менее, у разработчиков есть хороший талант, скажем так, хорошее начинание сводить на нет. Давай уже быстрее, елки-палки. Ну, давай, проходи. Нам ролить пора. Давай, тыква, что ты там? Лиса там всех труляля делает. Труляля по полной, прям по самого Купидона. Ну-ка, что там? Что-то очень долго длится. Ну, то есть, реально, на этом аккаунте я прохожу все три линии обороны. Ну, хотя, может быть, конечно, я могу не пройти, если где-то там, к примеру, поленюсь, воодушевление поставить. Вот. Ну, а на яйце прохожу только две. Хотя сейчас у меня вроде уже там четыре героя со второй эволюции. Может быть, я там все три пройду. Ладно. Итак, у нас долгое вступление. Давайте по чуть-чуть ролить. 40 тысяч самоцветов всего лишь. Ну, ребят, чем богаты, тем тому и рады. А, тут халява еще какая-то была. За там что-то там, за баги или не баги. Ну, вроде бы я ее забрал. На яйце я, походу, ее еще не забирал. Так, лайк-то ты, надеюсь, поставил, дружище. Кстати, огромнейшее спасибо, кто оформляет спонсорские подписки. Вы прям очень серьезно помогаете. В особенности в этом месяце. Пускай таких людей становится на канале все меньше и меньше, но они есть. И за это моя благодарность. Достигнут предел вместительности склада? А что у меня там на складе-то такое? Да нет, 448, 450. Ну, давай откроем вот эту вот штуку. Да, и, кстати, у нас в этом обновлении, заметьте, у нас не было возможности, ну, как бы не добавили места на склад. И это, скажем так, плохо. Ну, хотя, надо как бы просто на складе прибраться, в особенности мне, продать там всякую ненужную фигню, то, что оставалось с шара, да, я их что-то коплю зачем-то, зачем коплю, непонятно. Ништяки прям божественные, вы сами можете наблюдать, мой аккаунт благодаря им невероятно просто обогатится, так, я еще толком не начал ролить, а уже грустно. Я просто знаю исход всего этого действия. А, у меня тут еще.
Ой, у меня тут еще, смотрите, 2000 самоцветов, 2500 самоцветов. Смотри, здесь еще освобождаю места. Просто изи. Изи, смотри, вот так вот. Да, да, кто здесь? Кто здесь крутой перец, друзья? Я здесь крутой перец. 39 тысяч самоцветов. Ну-ка, давай. Мастер рун, приди. Дама холода, приди. Ну, хотелось бы, конечно же, очень мастера руна. Хотя, прикиньте, выбью мастера рун, так мне же придется бежать сразу донатить, потому что прокачивать там камней пламени у меня ничего нету. То есть, если я его не выбью, то я сэкономлю деньги. О, скиталец. Вот. А если выбью, то как бы придется подрастаться с какой-то определенной суммой. Но я не переживаю, потому что я знаю, что я не выбью, ребят. Потому что там люди по 150, по 170, по 300 тысяч самоцветов тратили на этого героя. Да, и, кстати, если ты это видео смотришь, приходи на фан-стрим, который сейчас идет. Там я буду просто общаться с вами, может, будем смотреть какие-нибудь тупые видосики. Леди Лео, мастер рун, пожалуйста, давай когда-нибудь, ну хотя бы дама холода, я не знаю. Ну чудеса же должны случаться. Ну да, как бы, типа, а что ты хотел, не донатишь в игру, тебе игра в ответку ничего давать не будет. Королева Оса, о боже, как я тебе мечтал, Леди Лео. Да, да, елки-палки. Ну что, настало время сбить немножко рандом, мастер рун, приди. Дама холода, приди. На прошлом роллинге выпала человеку, хотя она как бы ему не нужна была, потому что она у него была на аккаунте, но она выпала. Мне она нужна, и она мне не выпадает. Ладно, давай сейчас линия обороны. Ну что, помните, раньше мы там на одной ноге прыгали, чтобы героев выбить каких-то нужных. Вот. Тут как-то все странно. Давай, я не знаю, на халяву все расставлю. О, даже где-то есть воодушевление, это прикольно, конечно. Но героев неправильно расставил. Фрэнки вообще нету смысла вперед сувать. Определенно. Так. Ну-ка. Ну давай. Ну что ты там? Ну как-то это все долго и скучно. Я просто, ребята, я просто, понимаете, в глубине души сознательно, бессознательно, да, сознательно, бессознательно пытаюсь отдалить свой провал. Провал того, что я 40 тысяч самоцветов взял и въебал. По-другому просто не подобрать слов, ну как бы да. Как бы да, ну давай. Ну что ты тут, окей. Давай, 9 тысяч самоцветов, последние. Ну хоть кто-то, ну там, ну леди, дама холы, ладно, уже мастер рун-то, понятно. Да, Миша. Вряд ли-то он вы... Ну хотя бы это даму холода там. Дракос, ниндзя. Хотя бы даму... Да, письку мне под забор, а не даму холода, седна. Миша еще один выпал. Вот давай, просто в нулину самоцветы потратил. Просто самоцветы потратил в нулину и ничего не выбил. Просто ничего не выбил. Это означает, что сейчас пойду допы качать, сука. И я ничтожество. Я ничтожество. Ой, я сейчас тут и на видосе еще обосрусь, короче. Да, я жизнь просрал. О, долго героев расставлял. Я тут сейчас еще на видосе обосрусь с этой фигней. Ну, замечательно вообще. Ну, молодчага, молодец просто. Красавчик. Вот. Ну, не знаю, я надеюсь, вы поддержали мой позор сегодняшний лайком. Вот. Я думаю, что мастер рун у меня на аккаунте появится, наверное, не раньше, чем через полгода. Да, что-то я, походу, кому-то там не расставил ладушки. Или, может быть, эта локация стала сложнее? Вопрос, конечно, вопрос. Ой, да я реально сольюсь. О, божечки. Я слился? Воу. Подожди, а в чем проблема? Я не понял. А, ну ясно. Ну давай вот так вот сделаем. Вот, я не знаю, что у нас там. Что это такое? Эмблема проклятый доспех.
Ну давай, проклятый доспех ему. Дальше что у нас? Вот это. Вот это, пускай с водушкой. Дальше, вот это, что это у нас? Пускай с водушкой. Тут все с водушкой. А в чем тогда у меня была проблема? Тыква собрана. Космо. Да все с водушкой. Ну, Феникса, наверное, надо менять. А на кого мне Феникса менять? На кого же мне Феникса тогда поменять-то, а? Вообще можно, конечно, командуру. Ну не, давай, ладно, пошли. Феникс пускай будет, просто грамотнее расставим героев. Не, вообще, по факту, огнекрыло можно. Но не суть. Так, сюда вот так вот. Сюда вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Все, работайте, ребята. Ну, немного считаю, единственное, что изменил, просто добавил урона, как его, этому, сука, додику, зефирику. Зефирику добавил урона. Ну и как бы все, вроде бы все отлетают. Ну, по крайней мере, первый демон сразу улетел. Спать. Отдыхать. Так, что у меня тут герой. Ой-ой-ой-ой-ой. Феня вовремя сработал. Джаггернаут нападает. Не, походу я что-то тут солюсь. Надо мне что-то менять. Что-то я разучился ходить. Мы что, пропустим этого говномеса? А что по нему никто не бьет? Гребаный рандом. Ой, да что это такое? Да что это, братцы? Братцы, неужели эта локация стала сложнее? Или я что-то там уже напорол? Чего вы демона не бьете? Инвалиды. Фрэнки, я тебя вообще... На кой черт я тебя прокачивал? Еле в натяг прошел. Ладно, поменяем в следующий раз. Ай, зачем? Что? Поменяем в следующий раз, елки-палки, стратегию. А я что, не забрал? Приз? Нет, забрал. Так, заходим. Ваши подарки. Я не знаю, зачем я это делаю. Я просто пытаюсь вместе с вами, ребята, отойти от шока. От того шока, что я не смог ничего выбить. Грусть, печаль, тоска. А, и тут без доната хер я чё прокачаю. Ладненько, на этом все. Кто досмотрел до конца, тот молодец. Желаю удачи и пока.